пришел тогда в Кронштадтский порт. Под небесами голубыми военный парусник Лепорт. Россия, вспомни это имя. Служил он флоту 20 лет и мог служить еще 200. Последний парусный корвет нес бригантины добрый свет, как символ доблести и чести. Служил он флоту 20 лет и мог служить еще 200. Последний парусный корвет нес бригантины добрый свет, как символ доблести и чести. Но разыгрался в море шторм, и как команда не сражалась, под вспышки молнии и гром пучиной моря пожиралась. Когда ж раздался мачты хруст и смыла всех волна морская, стоял на облаке Иисус, творил по ним 40 уст, погибших души созывая. Когда ж раздался мачты хруст и смыла всех волна морская, стоял на облаке Иисус, творил по ним 40 уст, погибших души созывая. Корвет не прибыл в нужный порт, пал под ветрами штормовыми. Когда кронштадтский визу-форт, Лефорта вспоминаю имя, во все эпохи и века гуляли юноши по реям, их целовали облака, хранила Божья рука, и паруса надежды грели во все эпохи и века. Гуляли юноши по реям, их целовали облака, хранила Божья рука, и паруса надежды грели. Эпохи и века гуляли юноши по реям, их целовали облака, хранила Божья рука, и паруса надежды грели во все эпохи и века. Гуляли юноши по реям, их целовали облака, хранила Божья рука, и паруса надежды грели, и паруса надежды грели.